Сегодня Благовещение, 7 апреля. Какой стих я задавала вам на дом записать и выучить? Кто помнит? 1 Филиппийцам 5:18. Филиппийцам? Нет. Кто? Фессалоникийцам. Нестор, расскажи этот стих. 1 Фессалоникийцам. Ну? Тебя не было? Нет. А, тебя не было. А я сейчас вам говорила, запишите, кто... Так, Иван. 1 Фессалоникийцам, 5:18. «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия в Христе Иисусе». А наизусть? Так, давай. «За все благодарите». Давай, давай, наизусть. «Ибо такова о вас воля Божия в Христе Иисусе». Во Христе Иисусе. Так, кто у нас там еще? Агнюша, можешь мне сказать? Угу. За все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе. Давайте, теперь все вместе, вот, кто учил, кто не учил, кто был на прошлом занятии, кто не был, все вместе повторим. За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия. Во Христе Иисусе. За все благодарите. Запомнили? За все. За все нужно благодарить. Это нам говорит Слово Божие, чтобы мы были благодарными, чтобы не были вместе с неблагодарными и злыми, а были благодарными. Слушай, там еще говорят, туда сюда. Благодарю. У нас тема была, как угодить Господу. Кого, если не было, послушайте. Как угодить Господу? И один из важных пунктов, если мы хотим угождать Господу, это быть благодарными. И мы разбирали стихи из Библии, их очень много. Вы можете дома даже сами набрать в поисковик стихи из Библии о благодарности и почитать, и увидите, как много говорится о том, чтобы быть благодарными. Так. Предыдущий стих давайте тоже повторим. Все вместе давайте. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Псалом 132, 1 стих. Запомните. Давай споем. Ну, помнишь мелодию? Ну, я помню. Ну, там только первая. Нет, это он маленький псалом. Ну давай, если кто знает полностью? Дядя Витя нас учил. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Это как драгоценные на голове, стекающий на бороду, бороду Аронову, стекающий на края одежды его. Как роса ермонская, сходящая на трясёски, ибо так заповедал Господь благословение и жизнь навеки.
Нестор пока открывал, уже тетя Галя допела. Вот, посмотри, он маленький. Посмотрите. Я уже думала, вы лагерные все помните. Смотрите, вот такусенький маленький псалом. И вот эта песня полностью, песнопение вот это по нему, без изменений. Понятно? Видите, какой он маленький. А мы только первый с вами стих учили. Так, давайте поговорим о Пасхе. Вот я вчера, кто был, вы прочитали эту сценку? О Пасхе, о том, чтобы сделать сценку. Лера предложила. Лера нашла Пасху, пасхальную сценку на YouTube. Я вот ее слова набрала. Вот, тут немножко мы просто сократили, там некоторые моменты убрали, потому что, ну, они могут такое себе позволить, мы не можем, там они и Христа изображают, и все, такое, мы такое не будем делать. Вот, как там, роль Христа, как он молится в Гефсиманском саду, мы такое не будем, а мы сделаем только саму сценку без отступлений, не будем изображать евангельскую сцену. Смысл это, я вот вам уже всем распечатала, смысл этой сценки в том, что жил один король, он не знал, что такое Пасха, и к нему, Гликерия, ты мне мешаешь очень сильно, вот это бу-бу-бу-бу-бу, и королю приходили, объявил приказ, чтобы кто знает, что это за праздник, в этой стране не знали, до них весть, значит, о Христе не дошла еще. Ну, кто же знает об этом празднике, что и расскажите. Тут она немножко вначале такая юмористическая, а в конце придет христианин и уже, как положено, все расскажет. Вот, дай мне ручку. Вот как королем пожелала быть королевой, да, Лер? Ты хочешь, да, быть? Я хочу королем. Королем, ну, король, королева. В общем, тот, кто будет на троне. Корона у нас уже там есть блестящая. Так, значит, король, пишем. Лера. Кто будет слугой? У слуги там практически одни слова. Следующий, заходи. И там будет одна фраза. Да как ты смеешь так разговаривать с его величеством? Давайте Тарас. Тарас выбрал роль футболиста. Ну, если вы хотите, я могу быть слугой. Не, ну футболист все-таки для девочки будет не очень. Надо, чтобы Тарас будет. Мальчик. А не сейчас мы найдем. Ну давай тогда футболист. Тарас, у тебя есть мяч? Чтобы ты был похож уже на футболиста. У нас есть, наверное, такой вот взгляд, он наконец-то. Да, сдувшийся уже, наверное, который. У нас тоже сдувшийся, он тоже обувь собака. Ну, Тарас, подумай, как тебе быть футболистом? Может быть, какой-нибудь атрибутик, там, Зенит, чемпион, там, шарфик какой-нибудь найдешь себе или что-нибудь такое. Ну, подумай, как вот, чтобы было понятно, что ты футболист. Кто будет чужестранец? Который будет приходить... А, так, все, Агнюша. Кто? Точно? Чужестранец. Поль, точно? Ну, они вот вдвоем вчера пожелали быть Агнюша, и там надо будет с акцентом говорить. Агнюша, Поле. Пусть Поле. Ну, Агнюша тоже хорошо так получалось. Там надо как-нибудь с акцентом разговаривать. Ты сможешь с акцентом говорить? Не будешь? Ну, тогда Агнюша. Агнюша, ты у нас чужестранец. Я его тут назвала как индус, но это не индус, а какой-то иностранец. Это Агния. Кто будет лавочником? Лавочник, который придет и скажет, что это праздник посвящен яйцам. Нужно красить яйца и бить их. Это вообще яичный праздник. Ты сначала скажешь, кто твой? Да мы вчера все прочитали, уже они слышали. Так, ну лавочник, пекарь. Кто будет говорить, что это праздник посвящен куличам? Пекарь. Хорошая такая, пекарь и все. Пекарь. Можно будет какой-нибудь фартучек одеть, колпачок, пекарь. Можно пригласить весь список. Автор, король, слуга, футболист, чужестранец, лавочник, пекарь и христианин. А автор кто вы? Ну, автор, у автора одна строчка. В некотором царстве, в некотором государстве. Это и я могу ее прочитать. Так, я могу кого-то быть слугой или еще нет. Футболист. Лучше я буду слугой. А там две слуги должны. Так, очень важная роль, серьезно, нужен будет в конце тот, кто будет христианином. Он придет с Библией в руках.
И он должен быть серьезно все по Евангелию сказать. Иван, выучишь слова? У христианина и у короля больше всех слов. Хорошая роль такая, христианская роль-то. Я слугой. Ты слугой? Так, ладно, Нестор уже слуга занял, Нестор. Так, остался лавочник, пекарь и христианин. Ты вообще мужик? Ну давай, Иван, будешь христианином. Уж ты будешь так у нас почетное тебе звание. Осталось тот, кто будет про яйца рассказывать, что это праздник яиц. Он такой немножко юмористический должен быть герой. Давайте я буду про яйца. Давай. Там надо будет так, смотри, там так вот. Где он там? И этот лавочник. Вот, он придет и говорят, следующий заходи. Ты говоришь, следующий заходи. А лавочник приходит и говорит, так, я знаю, я был, я ездил, я видел, у меня родственники справляют. Я знаю. И такой говорит, а чем вы будете награду давать? Золотом или серебром? А слуга, да как ты смеешь такие вопросы задавать королю? Быстро отвечай, что такое Пасха? Ну и ты там потом будешь рассказывать что-то про то, что это нужно яйца красить, их бить, и победит тот, у кого самое крепкое будет яйцо. Руку поднимаешь. А можно вот буквально судья чуть-чуть расширить роль, чтобы он просто не просто говорил следующее, а именно называл как каких героев. И будет людям понятно, кто сидит в зале, так сказать. Например, к вам, пекарь к вам, ваше высочество. Нет. А не просто следующий. Нет, да, там же смысл-то не то, что пекать. Просто человек где-то слышал, что ездил. Нет, я сейчас его так назвала. Я говорю, что слуга будет объявлять не просто следующий. Ну, можно так. А именно называть как бы героев. И у него будет разнообразнее, а не просто следующий. Ну пусть называют, но там смысл-то не в пекаре, а в том, что он говорит, любой человек пришел и говорит, я знаю, это праздник куличный. А может, правда, будет это пекарь? Пусть называют, но тогда индусы не надо индусам называть. Он скажет чужеземец. Чужеземец. Слышишь? А кто индус? Странник. Надо меня назвать. Я странник. А тебя? Поп. Нет, не поп. Поп, ты что это такое? Я не так пекарь. Подданный, верно подданный. Ну просто еще один пожаловал. Ну, тоже можно сказать какой-то иностранец. В этой же стране... Тише, не перебивайте, не шурши. Я не должна вас всех перекрикивать. Что за базар устроили? Так, на чем мы остановились? Остался пекарь и лавочник. Так я же лавочник. Так, ты лавочник, Ливия. А лавочник и пекарь там разные? Лавочник это яйца. Лавочник это с яйцами, пекарь да. Мы же не будем его яичник называть. Лавочник это тот, кто содержит лавку, торгует разным товаром, продуктами и так далее. А ты будешь пекарем? Про куличи. А пекарь и лавочник это же куличи. Пекарь, который печет, там что-то внутри. На Пасху и яйца, и эти куличи, это одно и то же. Зато ты знаешь, а в этой стране не знают. А что, Леонид, да будешь пекарем? Я не пеку сейчас. Леонида у нас пекарь. Тебя кулич, Леонид. Так. Можно же реально пойти с яйцами там с куличами. Коля, а почему ты будешь пробовать? А можно, кстати, действительно прийти с корзиночкой с яйцами. Вам что, Надюш, на трапезу же принесу много яиц. Да, и прийти сказать, вот, корзиночка у нас есть, мы возьмем корзиночку, да наложим яйца тебе, будешь яичницей. Глазунья, омлет и так далее. Сейчас я вам слова не раздам, потому что вы сейчас в храм идете. А потом я оставлю на столе. Мне сегодня на работу убежать надо будет. Я вам оставлю. Вы их разберете. Вот этот вариант, где все подписаны, я себе оставлю. А вы помните, кто кого выбрали. И себе здесь подпишите. Хорошо? Вот, например, напишем за Гуляевым.
Гуляева. Это у нас будет дробот. Дробот, а это дмуха. Вот этот. Да, вот этот мой вариант. А Фросе-то никакую роль не дали? А ролей очень мало. У нас тоже только Лера одна получается. Ксюша. Вы готовьте еще что-нибудь, если хотите найти. Видите, Лера потрудилась, нашла. Стих приготовьте, декламацию, песню. Предлагайте. Я вам полностью отдаю на ваш откуп все идеи. Давайте мы в отпуск. В отпуск? Творческий отпуск. Нет, вот отпуск сейчас во время поста, а Пасха это уже все. Конец. Так. Смотрите, не знаю, сейчас уже не успеем, наверное. Я вам, знаете, что хотела рассказать? Такую серьезную тему. Так, и слова сразу учите на следующий раз уже, чтобы мы прорепетировали. Остались два выходных. Запомнили? Вдруг еще кто-то заболеет, не придет, поэтому все уже. Может быть, это будет последняя у нас, первая и последняя репетиция. Не надо думать, что у нас еще одно есть воскресенье. А мало ли как, не соберемся в это последнее. Перед Пасхой. Поэтому сейчас готовьтесь. А уже перед потом подумаем, кто какие костюмы, как вы там, это все уже потом. Главное нам слова и кто как заходит, кто где будет сидеть. Трон надо будет сделать для короля, королевы. А, смотрите, тему так, корона есть здесь, золотая. Мы еще тогда, помните, Пупкову делали с Сергеем Павловичем, когда он был Иродом. Такая в золоте я ее клеивала. Еще какая-то у нас, даже, по-моему, две короны. Смотрите, я вам хочу, если сейчас успею, сколько успею, рассказать вот такая тема. Вот я тут в школу ходила, просто надо было там кое-что учительнице отнести. Маша, не надо пальчики в рот. И шла сзади двух девочек, и как они матерились, они на крыльцо школы шли передо мной, меня не видели. И я от своих слышу, что там в классе очень сильно, особенно мальчишки, матерятся. Уже запели, мы не успели. В следующий раз, если успеем, разберем, какое серьезное влияние... Это, наверное, тропарь спели, да, между часами? Какое серьезное влияние оказывает матерщина? И при том, что тут речь идет... Ликеря. Даже не только о том, что я не произношу, значит, мне это не повредит. И могу находиться в этом обществе, в этой компании. Оказывается, вред идет просто услышать это, читать это, слушать это. Когда это звучит по радио, когда слушают эти песни. Еще я тут столкнулась тоже недавно, что там, ну, вроде даже верующие покрестились уже взрослыми. А в машине слушают песни, ну, такие популярные есть певцы, которые с матерками песни вставляют. Для связки, говорят, это слово для связки. И вот Иоанн Златоуст, все знаете, кто это такой, он называл матершину и скверные слова, когда произносят, навозом, навоз, наполняющий колгильницу. Это матершинники, это в них входит особо злой демон, которого очень трудно прогнать, если уже начал материться, освободиться от этого очень трудно. Привыкшие к бранным словам, они в них укореняются, в этих людях, делают это привычкой, и они уже такие люди, никогда не смогут научиться чистой молитве, евангельскому языку, и не смогут быть благовестниками, и не имеют даже права матершинники причащаться. Слышите, как это важно? И говорят, ой, просто вылетело, не просто вылетело. Причащаться не могут матершинники, нельзя им причащаться, каяться должны в этом грехе. Как серьезно. И когда говорят, необходим матершинное слово иногда, чтобы связать слова. Мерзость связывают гнусностью. То есть ругаются на кого-то, а еще и связать эти ругательные слова надо еще и матершинными. Все масло масляное делают. От одного источника, то есть из уст одного человека не может проистекать сладкое и горькое, потому что все будет пропитано этой горечью. И когда говорят, это литературное, там еще как-то умасливают эти слова, вроде как выделяют, на это никогда не ведитесь. Всегда можно найти какие-то, чтобы без этих литературных слов обойтись, кто их оправдывает. И очень много именно с христианской точки зрения, ну вот я вам прочитала, как Златоуст это называет, мы просто не успеем все прочитать,
Но есть еще и ученые. Давно-давно я читала в «Алтайской правде» статью. Ученые сошлись во мнении со священниками о матершине именно. Ученые всегда против религии. Они говорят, религия, она не доказывает ничего, тут, там на слово надо верить. А вот ученые, они все доказывают, ставят эксперименты, делают контрольные группы, смотрят. Все, у них доказано, записано и проанализировано. А религия что там, просто верят и все, без проверки. Так вот тут они сошлись. Ученые соединились во мнении вместе с верующими. Потому что ученые сделали наблюдение, как матерщина влияет на живые организмы. Ставили эксперименты над растениями, ставили эксперименты над цветами, над семенами. И заметили абсолютно стопроцентную зависимость от матерков, как менялись растения, как не прорастали семена. Даже раньше женщины знали, что ругаться, чтобы кто-то ругался, сквернословил, когда она сеет что-то, семена, и тут какая-то ругань, гнев, знала, что не взойдет. То есть ученые выявили какие-то волны, волновую какую-то энергию, которая вот исходит от бранных слов. Представляете, она как вот лучи. Кажется странным, вот да положили в микроволновку продукт, да? С ним ничего не делают рядом, ни печку не топят, ничего. А вытаскиваем, а он какой? Горячий. Волна прошла через кусочек, через суп там или что мы поставили, да, там лапшу, и она стала горячей. То есть невидимый вот этот луч изменил физическое состояние этого продукта, нагрел его. Вот точно так же есть такие волны, ну тут написано, как они называются, сложные слова, как эти волновая энергия, и она меняет структуру на физическом, на химическом уровне, разрушает человека, разрушает его генетическую программу. Представляете, как это страшно оказывается. И вы, когда слышите, в вас входит это, и вы это слышите, ваша генетическая программа может нарушиться. Но это так ученые говорят. А мы по-христиански понимаем, что это духовный вред наносит это. Даже слышать это, пусть мы сами не произносим и не пользуемся такими словами. Даже в очень каком-то, как некоторые говорили, материться нельзя, вот на войне для бодрости духа, там, чтобы идти там, на амбразуру броситься, там можно. Не можно. Нигде не можно. Оправдание вот этому нигде не может быть. Никакого. Если добрые слова молитвы побуждают, ученые доказали, побуждают резервные возможности нашего генетического аппарата, то проклятия матершины вызывают мутации и ведут к вырождению человека. На его потомках все это складывается. Причем ДНК не разбирается, обращаемся ли мы с живым человеком, либо мы слышим эти матерки из телевизора, из компьютера или слушаем по радио. Разницы нет. ДНК – это наш наследственный аппарат, это наши гены. Любое произнесенное слово – ничто иное, как волновая генетическая программа влияет на нашу жизнь и на жизнь наших потомков. Что же делать? Никогда не материться, ни в каких обстоятельствах, никогда не использовать эти ругательные слова, не призывать на себя и в свою душу бесов. Понятно? А особенно страшно, что матерки наполовину состоят не только из гнусных там названий каких-то половых органов, но еще и часто поминают по матери. Очень часто мать там говорят твою или еще, не буду даже говорить все эти ужасные слова. Как можно с ругательными словами смешивать мать, которая дает жизнь? И прежде всего, какая мать, которой мы молимся? Наша Богородица. Она нам Господа родила. Божья Матерь, мы говорим. А тут это слово используют в матерках. Понятно? То есть это вообще еще и вот действительно мерзость на гнусность добавляется. Еще и мама, которая это святое слово использует в качестве ругательства. Представляете, как бесы достали человека, чтобы извратить, чтобы он вот такое делал. Это явное беснование. И еще раз вернусь к первому, к тому, что это навоз, это бес и демон особый, который очень сложно выгнать из человека. И человек, который этим пользуется, даже не имеет права причащаться. Слышали? Все, пойдемте. Я бы все прочитала вам статью, но времени очень мало. Хотя бы это запомните.
где матерятся, сразу уходите, уходите, не слушайте. Еще мне рассказывают, что матерки использовали язычники. Язычники и, да, и колдуны, да, это ритуальные слова ругательные. Это вот тоже здесь, но я не прочитала там. Правильно, Варя? Потихоньку. Не разговаривай в храме. Заповеди его творите я, Господь, на небесе готово престол свой, и царство его всеми обладает. Благословите Господа все ангели его, сильные крепости творящие слово его, услышите глас словес его, благослови. Человеческие, в ниже не спасение.